вот из нее сок-то прет. Подтверждает. Вот эту. И эту. А тут вот есть на этом кольце стык. Ставлю вот так, чтобы по нему ремни не терлись. Тюбинг. По сути, кусок стропы. Под шип засовываю всегда. Чтобы было легче выдергивать из ствола. Если здесь просто обводить, все сильно болтается. Вот я на них стою, да? Нагрузка приличная. И чтобы выдернуть, надо приложить усилия. И вот этот вот ремень, который идет под шипом, он в этом помогает. То есть я тяну им в том числе. Если бы он проходил здесь сверху, с этим бывают проблемы. Ну и фиксация так гораздо лучше. Вот эта защита от ремня дополнительно поставленная очень хорошо помогает живучести ремня. Никаких проблем в этом нет. Выбрал, подпил снизу. Это потому, что мне надо, чтобы она как на шарнирчике опустилась. Если подпилить чуть помедленнее, она еще медленнее пойдет. Ветка длинная, допустим, провода, забор. И если ты пилишь, когда сок еще не пошел или уже перестал идти в холодное время года, веточка просто тупо ломается и летит вниз. Какой бы ты там подпил не выбирал. А, кстати, да. Гарнитурка сюда у меня новая. Ну, я думаю, видяха по ней, наверное, даже вперед выйдет, чем я получу ее. Ну, в смысле, сюда поставлю. Получить-то я получу, наверное, после, а вот видео, наверное, выйдет раньше. Веточка сухая. Поэтому могла бы вообще сразу сломаться. Сейчас вот пролезу выше по этой сосне. И сверху со страховкой подвяжу, может, даже макушечку, и сразу ее там чирикну, и все. А вот тот, где вот он от колодца пенек, это я вот эту ветку, вот там вот видно, спил. Туда ветка вот росла. Это я тогда высоторезом херачил, потому что рядом со столом туда проходила и мешала спиливанию ветвей. Никто не заставляет пилить ее сразу же у ствола, да? Я могу ее меньшим кусочком, а потом эту без проблем часть допилить. Вот, подтягиваюсь, без проблем могу сразу отхреначить. Как угодно. Пролазит, могу вообще целиком все уронить. Пилу только жалко. Так что попробую подпилить. А что рассказываю? Сразу могу показать прием известный. Можно делать вертикальные пилы плоскости, можно сделать как это вертикально? Горизонтально, да, подлом. А можно сделать вертикально. Вот так вот.
распилили и подальше отнес. Пропилили. Веточка сухая, достаточно легкая. Можно также сделать пропилы горизонтально, если сильно хочется. Пилы убрал, руками взял, обломал, выкинул. А тут ее просто можно было даже без этой части. Но если чуть подольше, подальше относительно друг друга пропилить, ломается, естественно, легче. Но может и сама сломаться. Ну да. Допилили еще. Вот так веточка уже могла бы и сломаться. Если бы относительно друг друга эти были пропилы ближе, тоже могла бы сломаться. Начинает поддувать маленько. Редкий сегодня день, погода до обеда. В прогнозе без постоянного ветра изредка немножечко будет поддувать 6-7. А вообще с погодой жопа последнее время. Постоянно дует и дует и дует сильными ветрами. Иногда чуть ли не до 20 метров. И приходится делать работу офисную. Айтишную. С кабелями возюкаться. Но тоже нихера не в простых условиях. Да, и кстати, бывает такая ситуация. Вот спилить веточку, проблем нет никаких. Хоть целиком. Но. Никто вам не мешает потренировать навыки по другим способам пиления, в каких-то хитрых условиях, да? Вот сколько бы я ни пилил, но иногда что-нибудь такое при простом пилении делаю со сложностями для себя. Ну, чисто чтобы навык поддерживать и что-либо отработать, да? Где-то подвязать, как-то подтянуть. Тот же вот хитрый вот этот вот пропил. Опять. Опа! Вот, да, перестарался. Веточка еще более-менее живая. Но зато понятно, и без последствий можно это проверить. Пользуйтесь возможностями тренировать навыки, повторять. Так, макушки нет. И я, похоже, опять запись провафлил. В общем, она была подвязана, спилена и просто сюда вниз уехала, и все. Ну, то есть, эта хрень таким же образом. Сейчас здесь ее подвязываю, вон там, у развилочки пильну и вниз, а ту целиком туда. Вечерок начинает опять порывы, нехорошо. Сколько сока, да? Сухо, мокро, сухо, мокро. И пальма. Вот такая пальма. Сейчас вот с левой стороны маленечко веток попилю, разгрузить ее с той стороны, с левой. Оттяжечку направо. И сюда будем ронять. Оттяжка. Ага, натянуть маленько. Отлично, сейчас все буду пилить и пойдет. Очень хорошо. Так же со свистом, да? Все, теперь этот дрын кусками в любую сторону. Даже крупными кусками буду сейчас ронять. И вот где-то вот где низ шеста. Наверное, возьму, наверное, уже бензу. Так, а это, я думаю, уже будем ронять. Целиком. Все, это будет оттяжкой.
наверное, стоишь так час, два на дереве. И потом из этих штук вылезать такое счастье. О, летать охота.